Здравствуйте, это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Теплоснабжение по Ульяновске. Что изменится после перехода на альтернативную котельную? Крышу больше не снесет. В корсунских домах меняют кровли. Выращиваем, как в Голландии. Сергей Морозов предложил выращивать томаты и перцы круглый год. Сегодня в Ульяновск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Политик провел встречу с губернатором Сергеем Морозовым, министром агропромышленного комплекса Михаилом Семенкиным и заместителем генерального директора корпорации развития Игорем Рябиковым. Главная тема – экономическое развитие региона. Сегодня Ульяновск с официальным визитом посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. О приоритетных направлениях работы ему доложил губернатор Сергей Морозов. Среди главных тем обсуждения – развитие промышленности, инвестиционный климат и проблема дольщиков. В первую очередь глава региона сообщил полпреду, что накануне с председателем правительства России Виталием Мутко была достигнута договоренность о выделении 1,5 миллиарда рублей на завершение строительства проблемных участков. Благодаря этой сумме 70% объектов Ульяновской области будут достроены. Кроме этого, Сергей Морозов обратил внимание полпреда на рост инвестиций и улучшение делового климата. Мы не испытываем, особенно в этом году, каких-то недостатков с привлечением инвестиций. Наоборот, какой-то такой, я уже в последнее время такое не совсем правильное выражение постоянно повторяю, такой жор какой-то начался. Значит, со стороны иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, Германия наконец-то проснулась к Ульяновской области, потому что вот и история успеха их там увлекает, и наша активность, мы практически там еженедельно находимся. Недавно мы окончательно подготовили к открытию первой для нашей страны такой хаб, но, правда, он будет не в Германии, а в Чехии. По итогам 8 месяцев наблюдается рост частных иностранных инвестиций – более 30 миллиардов рублей. За это время создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Также губернатор отметил, Ульяновская область первой в России переходит на новую систему расчета тарифа за теплоснабжение по методу альтернативной котельной. Это позволит привлечь инвестиции в данную отрасль и продолжить модернизацию теплоисточников. С 1 января 2020 года Ульяновск переходит на новую модель рынка тепла. Метод альтернативной котельной повысит качество теплоснабжения, снизит теплопотери и сократит гидравлические испытания до 3 дней. Справедливость восторжествует. Во всех домах региона цена на тепло будет одинаковой. 1 января 2020 года город Ульяновск переходит в ценовую зону теплоснабжения или на так называемый метод альтернативной котельной. Эта новость вызвала много слухов и домыслов среди населения нашего региона. Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который должен перейти в ценовую зону теплоснабжения. После модернизации системы теплоснабжения будут решены вопросы недотопов, перетопов, несвоевременного пуска тепла и долгих летних гидроиспытаний. 2 октября в законодательном собрании Ульяновской области состоялось совещание профильного комитета о переходе города Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения. Об особенностях перехода на метод альтернативной котельной рассказал директор филиала Ульяновский ПАО «Т+». Что мы должны достичь по результатам 10-летнего периода перехода в альтернативную котельную? Это снижение потерь. На сегодняшний день потери в районе 20% в тепловых сетях. Сегодня достаточно большой уровень аварийности в сетях, и он там где-то в районе 0,67 на 1 километр трубопровода, то в рамках тех мероприятий, которые будут проведены на теплосетевом имуществе, он сократится практически вдвое. Безусловно, это одна из важнейших задач – это переход на закрытую схему горячего водоснабжения. Жители Ульяновской области волнует вопрос тарифов на тепло после перехода на альтернативную котельную. Слухи и домыслы развеял директор департамента по регулированию цен и тарифов Сергей Цыпровский. Он рассказал, что повышение цены коснется не всех, а там, где коснется, будет происходить не выше уровня инфляции. Город Ульяновск у нас переходит в ценовой зоне теплоснабжения. Это означает, что в данной зоне теплоснабжения никаких тарифов больше не существует. Будет тариф предельный, рассчитанный по методу альтернативной котельной, выше которой цена у любого теплоисточника быть априори не может.
Но единственное, что точно не произойдет, это совокупный платеж гражданина не будет выше утвержденного постановлением правительства. За это отвечает наш орган государственной власти, и мы это будем четко отслеживать. Член общественной палаты Ульяновской области Руслан Хайров рассказал, что переход на альтернативную котельную – безусловное благо для жителей Ульяновской области. После реформы нас ждет справедливое ценообразование. Во всех домах будет одна цена на тепло, а не разные, как сейчас. Данная реформа направлена как раз-таки на восторжествование справедливости, в данном случае при тарифном регулировании, так как долгое время мы видели разницу между тарифами в рамках одного города даже, разницу между тарифами на тепло, то есть на гигакалорию, между домами, которые находятся по соседству. Это, в принципе, несправедливым было явлением. Сейчас мы видим реально прозрачную систему расчета по так называемому методу альтернативной котельной. Председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Седов подвел итоги совещания. Он подчеркнул, что весь процесс проходит и будет проходить под пристальным депутатским и общественным контролем. Хочу сразу сказать, что этот вопрос нас как волновал, так и волнует. В дальнейшем мы продолжим его контролировать, дальше обсуждать на базе нашего комитета. Более того, заседание комитета, мы этот вопрос в повестку дня обязательно вставим, для того, чтобы, проанализировав ту информацию, которую мы сегодня получили, и те слова, которые были сказаны, через какой-то промежуток времени, я больше чем уверен, появятся какие-то новые обстоятельства, новые слова. Для того, чтобы этот процесс держать под контролем в дальнейшем, мы обязательно будем продолжать обсуждать эту тему. Ну и самое главное, что я хотел сказать, это то, что наконец-то пошел открытый разговор между всеми участниками данного совещания, и общественность, и депутатский корпус, и представители муниципалитета, и представители Т+. Я считаю, что это самое главное. В споре она всегда рождается истина. И вот в этом я и вижу самые главные итоги нашего совещания. Итак, побывав на совещании, нам удалось выяснить, что после перехода на альтернативную котельную ульяновцев ждет целый ряд преимуществ. Во-первых, теплопотери снизятся, а качество теплоснабжения улучшится. На гидравлические испытания потребуется всего 3-5 дней, а значит, не придется долго ждать горячей воды. Кроме того, максимальная цена на гигакалорию будет зафиксирована на целых 10 лет. В Тепличном зреют огурцы по-европейски, скоро будут и зимние помидоры. Какие задачи поставил губернатор Ульяновской области и достойные ли условия труда у работников, узнаете у Виктории Черковой. Не пластиковые, а вкусные и ароматные. В комплексе Тепличные выращиваются тонны овощей. Сегодня наша съемочная группа побывала в Боратаевском оазисе и познакомилась с настоящими звездами оранжереи – длинноплодными огурцами. В Ульяновском Тепличном огурцы растут как на дрожжах, а все потому, что к ним применяется технология досвечивания. Она пришла к нам из Голландии 20 лет назад. Для полноценного созревания агрономы используют натриевые лампы. Их свет по физическим свойствам близок к солнечному, которого в нашей полосе, увы, не хватает. Специалисты утверждают, если немного помочь природе, то можно добиться наилучших результатов. Значит, планируем получить огурец в районе 2500 тонн. Это за весь календарный год. Но сейчас идет первый оборот, мы планируем получить около 900 тонн продукции. Сегодня предприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Он проведал представителей местной флоры и встретился с руководством комплекса. На встрече была представлена местная продукция – черные и желтые томаты, сочные перцы и баклажаны. Разумеется, у главы региона появился вопрос к генеральному директору – почему бы не выращивать эти культуры круглый год? Ведь зимой ульяновцам приходится покупать заграничные помидоры. Глава региона уверен в том, что надо растить свои. Тем более, что ресурсов у Тепличного предостаточно. Задача стоит достаточно простая – обеспечить как минимум жителей Ульяновской области все равно начинает очень-очень маленьких от детских садов, тем больше, что совсем скоро мы перейдем на более качественное питание детей, до стариков, круглогодично. Губернатор пообещал разобраться с энергетикой. На расширенное производство потребуется больше газопоршневых установок для досвечивания. Овощевод Валентина Марукова готова развиваться вместе с предприятием, потому что условия труда благополучные. Для работников предоставляются льготы и стабильный доход. В день сельского хозяйства дают денежное пособие, как бы. Потом
люди ездят, дети ездят в лагеря, дают путевки. Ну, зарплаты достойные, соответствующие нашей работе. Напомню, что по инициативе губернатора акционерное общество «Тепличное» реализует пятилетку модернизации. В ее задачи входит техническое оснащение и внедрение энергосберегающих технологий. В этом году в развитие комплекса вложено 95 миллионов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ. Капитальный ремонт построенного еще в прошлом веке жилищного фонда проходит по всей Ульяновской области. Наша съемочная группа побывала в рабочем поселке Корсун, где прямо сейчас работы по капремонту, а в некоторых случаях и реконструкции крыш многоквартирных домов, вступают в завершающую стадию. В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году в Корсуне ремонтируется сразу несколько МКАД. Инициаторы выполняющихся работ – жители. Их ходом довольны. Нисколько не мешают, они как бы даже удобства приносят. Рано утром нет. Ну, 8:30, если что, это самое такое время. Ничего, я даже не сказала бы, чтобы они мешали. Для подрядчика соблюдение сроков и требования жителей – самая главная зона ответственности. Сразу после ремонта кровли планируется ремонт фасада. Но это не все, чего хотели бы люди. Планируем закончить к концу осени. Жители центра Корсуна, Гусева 18, долгое время жаловались на обилие жилищных проблем. И сейчас эти проблемы наконец-то стали решаться с помощью фонда капремонта. Переделывается крыша. Будет ремонтироваться фасад и подъезды. Однако еще предстоит заасфальтировать двор, поставить здесь детскую площадку, и тогда жизнь станет наконец-то комфортной. Иногда обычного ремонта существующей кровли недостаточно. На Куйбышево 64 мягкую кровлю решено заменить на железную. Для этого проведена реконструкция верхней части стен. Наращены дымовентиляционные каналы, установлены дополнительные опоры. Общая стоимость работ – 2 400 000 рублей. На Куйбышево 64, в отличие от Гусева 18, принципиально другие работы по ремонту кровли. Здесь мягкую меняют на скатную. Восстановлен бордюр, который размывали дожди. Здесь сделаны новые вентиляционные каналы. Здесь наведены стропила, здесь будет новая крыша, здесь будет принципиально иная жизнь. Глобальная перестройка крыши – требования жителей. Они каждый день контролируют выполнение работ. Рабочими довольны и здесь. Мужики хорошие, специалисты, работают там с 7 до 7. Ну, бывает, когда, если погода не позволяет, пораньше закончат. А так ничего, претензий никаких к ним нет. Молодцы, спасибо им за все. Подобные работы проходят по всему поселку: Лермонтова 7, Гусева 16, Саратовская 88, Тельмана 1, 2 и 3. Кроме того, ремонт проходит на родине поэта-декабриста Языкова. Региональный фонд капитального ремонта честно отрабатывает деньги, которые туда перечисляют жители региона. Национальный проект «Жилье и городская среда» в действии. Строительство и ремонт жилищного фонда входит в список приоритетных задач, озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И жители нашего региона видят, что задачи выполняются. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. Что-то глобальное сделать не удалось. Эту фразу димитровградские избиратели услышали во время очередного депутатского отчета. Парламентарии местной думы продолжают рассказывать горожанам, что им удалось или не удалось сделать за год нахождения у власти. В минувшую среду ответ перед электоратом держали одни из самых молодых депутатов Гордумы. Владислав Хворов и Александр Матягин. Молодые, амбициозные, юные кадры местной ячейки КПРФ довольно бойко рассказывали пришедшим на встречу с депутатами димитровградцам о том, что им удалось сделать за год после избрания в Гордуму. Точнее, о том, что не удалось. 20-летний Владислав Хворов честно признался, что дел на своем округе практически не вел. В третьем округе, скажу сразу, вот на моем округе многого сделать за год, ну так вот, чтобы что-то глобальное не удалось, да, отремонтировали. Сейчас вот на стадии прекращения находится наконец-таки пандус, вроде как проговаривал, вроде там директора мы добили, полгода мы били-били о том, чтобы пандус установили такой, чтобы человек, ну действительно, вот, человек у нас есть ребенок инвалид, и ему каждый раз вот и его жене эту коляску спускать 10-килограммовую, ну просто невозможно.
Ну, хоть что-то, хоть частично. Когда все время тратится на беготню по коридорам мэрии и склейкой партийных роликов, сложно заниматься серьезными проблемами избирателей. Второй депутат Александр Матягин также не смог показать каких-либо достижений за год пребывания в депутатском кресле. Даже несмотря на то, что этот срок у него уже второй по счету. Единственное, о чем обмолвился во время отчета Матягин – строительство улицы Арсенальной. Причем заявление было каким-то, на наш взгляд, однобоким. На завтра мы договорились с планировщиками внести изменения наконец-то в эту улицу Арсенальную. Я думаю, это большой сдвиг, потому что если раньше нас вообще не желали слушать, что улица будет и точка, но теперь будем давить на то, что улица будет, но так, как нас устраивает, таким образом, как было бы удобно именно жителям. И даже если придется изменить генплан, то я думаю, 3 миллиона рублей неудобств жителей, но это несопоставимые вещи вообще. А ведь минут за 20 до этого заявления молодой депутат жаловался на то, что в бюджете города денег нет. Ни на что. Хочется сказать про финансовое положение города, но это, мягко говоря, плачевное. Огромная просуженная задолженность имеется, это порядка там более 400 миллионов рублей. И каким образом пока эту ситуацию переломить, тоже мало кому понятно. Ну и за целый год что у вас, вы добились чего? К сожалению, в этом плане добиться сложно, когда на тебя такой огромный груз. Задолженности финансовые. Единственное, что мы можем сейчас делать, ну, слушайте, как мы смотрите, добавим, вот сейчас я. Нет, да я закончу все-таки. Это сокращение всего, чего можно. То есть это СМИ, администрация там. СМИ, администрации переселили несколько зданий. Откуда найдутся 3 миллиона на изменения в генплан, Александр Матягин, на минуточку сотрудник финотдела мэрии, Димитровградцам так и не рассказал. Равно не рассказал своим избирателям и о том, как депутаты отказались экономить на себе любимых, а это могло вернуть в бюджет почти 2 миллиона рублей. Не рассказали, как еще 3 депутата обвиняются в мошенничестве с бюджетными деньгами. Но это, как говорится, уже другая история. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, Демград 24, специально для Управды ТВ. Ульяновская область принимает участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. Главная цель мероприятия – проверка готовности органов управления и сил к чрезвычайным ситуациям. Всероссийская тренировка по гражданской обороне прошла во всех регионах России. Она проходит в 2 этапа. На первом отрабатываются вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных аварий. На втором этапе – вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения. Ульяновские спасатели отработали водную по чрезвычайной ситуации на природе. По легенде, загорелся лес в Чердаклинском районе, а из-за усиления ветра огонь быстро распространился. 150 жителей соседнего населенного пункта оказались в опасности. Всего для ликвидации последствий ЧС были привлечены 287 человек и 49 единиц техники. Проведена эвакуация населения в безопасную зону. Работала горячая линия. В Ульяновском областном краеведческом музее имени Гончарова открылась необычная выставка «Чукотка. Территория открытий». Ее предоставил заслуженный путешественник России, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Артур Чубаркин из города Тольятти, который родился и вырос на Чукотке. Около 200 подлинных бытовых предметов и фотографий, рассказывающих о жизни, быте и искусстве чукчи, теперь можно увидеть в Ульяновском областном краеведческом музее на выставке «Чукотка. Территория открытий». Среди экспонатов коллекции, которую собирал несколько десятилетий заслуженный путешественник России Артур Чубаркин, элементы традиционного костюма, жилища, орудия охоты, войны и труда, ритуальные предметы, остатки ископаемых животных, китовый ус, шкуры животных и многое другое. В первую очередь здесь одежды из шкур, из меха, медведя, оленя. То есть для того, чтобы прочувствовать и пропитаться духом Арктики и Севера, да, вот это в первую очередь экспонаты живые, которые позволяют перенестись туда. Артур Чубаркин рассказал, как непросто сегодня выживать чукчам, с какими огромными усилиями им приходится сохранять традиционную культуру. Это хорошо передают фотографии и экспонаты. Они помогают погрузиться в полупервобытный мир, куда закрыт доступ обычному человеку. Так как я вырос среди чукчей эскимосов, да, меня они называют своим, чукчей. На чукотском языке это называется лауравитлан.
То есть настоящий человек, в отличие от Тан-Уравитлан, хороший человек. Вот, цивилизованных людей они называют Тан-Уравитланы, да, то есть не настоящие. Пика из кости для ловли рыбы, костяная игла древней рукодельницы, древний кремень для рисования на клыке морского зверя, бубен, череп и рога бизона, возраст которых 26 тысяч лет, и многое другое, найденных в результате многочисленных экспедиций, можно увидеть на выставке. В 2006 году состоялась экспедиция автономная на чукотских ездовых вдвоем и 12 чукотских собак на Северный полюс. Дальше была экспедиция в Антарктиду по маршруту Беллинсгаузена-Лазарева, но здесь она представлена только одним единственным камнем, окаменевшим деревом, которому 300 миллионов лет назад, но рядом лежит такой же кусок окаменевшего дерева с Чукотки, которому тоже 300 миллионов лет назад. На выставке оборудована специальная фотозона, где можно сфотографироваться в оригинальных национальных чукотских костюмах. Выставка будет работать до 13 ноября. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. 4 октября в Ульяновской области ожидается теплая погода без осадков. Ветер южный 6-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням 18.30, 20.30 и 22.30 на телеканале Улправда ТВ, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.